Доброе утро. Всего на территории республики действует 27 пожаров, тушится из них 7. Людей на этих пожарах работает 325, техники 31. Локализовано за сутки 3 пожара, ликвидировано 5. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекались воздушные судна крейсер 7 единиц, приближенным и угрожающим населенным пунктам, объектам экономики пожаров нет. Пожары присутствуют активно в 4 районах. Это Мирнинский, Сунтарский, Усьмайский и Чурапчинский.